Привет! Сегодня мы находимся на нашем готовом объекте. Его реализацию мы закончили 2 года назад. Это большой участок, 70 соток, неправильной формы, угловой, на берегу реки Сестра в Ленинградской области. Нам была поставлена задача заказчикам посадить существующие проекты зданий одноэтажных, основной дом, гостевой дом, банный комплекс, а также допроектировать в стиле этих зданий гриль-зону на берегу реки и многофункциональный гаражный комплекс. Объединить все здания инженерными сетями и, конечно, лаконичным дизайном ландшафтным в стиле северной природы. Первое, что начало строиться на этом объекте, это гаражный комплекс. Я сейчас объясню, почему. Этот гараж — это инженерное сердце всего участка. В нем находится основная котельная и главный распределительный щит. Поэтому еще до реализации фундамента мы протянули 4 магистрали теплотрасс ко всем будущим зданиям, подвели силовые линии и запустили согласование с газовыми службами. Что касается архитектурной части, это здание габаритами 8 на 19, примерно 150 метров квадратных, на монолитной плите. Каркас стен выполнен теплой керамикой. Силовая часть кровли реализована балками ЛВЛ, утеплена сверху пеноплексом с разуклонкой и покрыта ПВХ-мембраной. На фасадах мы применили 2 решения. Это лиственничный планкен и крупноформатный керамогранит от испанской компании Inalco размером 1,5 метра. Подъемные ворота Herman, это так называемый El Gofer, широкие панели. В теплом контуре нашего гаража 3 машиноместа. Мы проектируем 1 место на машину из расчета 3,5 на 7 метров в данном случае. Часто, кстати, возникает вопрос, 6 должно быть, 7 или может быть 8 метров. Там большие машины где-то в районе 5,5 джипы, 6 по нашей практике мало. 8 применимо, если есть какие-то шкафы, например, по этой части. В данном случае их нет, 7 оптимально. Отопление в гараже реализовано теплыми полами, водяными, благокотельные за стеной, покрытые полы крупноформатным керамогранитом с разуклонкой от задней стены в сторону трапа, который выполнен под воротами. В отделке на стенах мы применили микроцемент. Это такая мелкозернистая штукатурка под бетон, а на потолках термососно. Термососна себя не очень хорошо чувствует на улице под ультрафиолетом, а в интерьерах прекрасно. Здесь мы предусмотрели отдельную комнату со стеллажами для хранения различного инвентаря технического, которого на загородных участках достаточно много. И тот же самый керхер, или может быть газонокосилка, или инструмент какой-то. Также через эту комнату осуществляется выход уже на участок. Ворота управляются с отдельных панелей умного дома, или, может быть, лучше сказать, умного участка. С них также управляется и ландшафтный свет. Я вам уже рассказывал вначале про инженерное сердце этого участка, наша котельная. Пойдемте посмотрим ее подробнее. Итак, по инженерной части. У нас применена 2-котловая установка, 2 по 60 кВт от компании Wisman, Vitadens 200 модель. Стоят в каскаде, поддерживают друг друга. Также в качестве резервного реализован электрический котел, система насосов, обеспечивающая магистрали теплотрасс для других зданий, бойлер косвенного нагрева, также от компании Wisman на 200 литров, система водоочистки. Вся обвязка в котельной выполнена медными трубами. Выглядит компактно и при этом стильно. Вот так, по нашему мнению, должен выглядеть современный и технологичный гараж на большом участке. Кстати, здесь мы построили еще и будку в таком же стиле. Если это видео соберет 1000 лайков, мы снимем на нее обзор и расскажем самое интересное, сколько же она стоила. Всем пока!